Алексей, добрый день. Мы с вами на кухне и будем готовить блюдо, которое поможет избавиться от лишнего веса. Александр Андреевич сейчас нам расскажет, что он будет сегодня готовить из этих простых, несложных продуктов. Доступных для каждого. Да, и которые не приносят вред организму. Сегодня у нас будет индейка, свежие овощи, фрукты на десерт, которые будут просто обжарены в духовке. Они будут пропитаны собственным сахаром. Индейка будет просто на паре, овощи на паре. Некоторые будут жарены в духовке, без масла, без ничего. Но будет се добавлять оливковое масло, которое полезное. Ну, в общем-то, питание – это ключевая как бы проблема, которая ведет к ожирению. Неправильное питание. Чтобы похудеть, нужно есть, но есть правильно. Конечно. Сейчас очень много представлено в наших магазинах не просто еды, которые можно купить и покушать дома, а уже которые заморожены, продаются в коробках, в пакетах, которые люди покупают. Они, естественно, думают, что это полезно, что это те самые овощи, которые просто замороженные. Но, тем не менее, они уже проходят определенную обработку и там добавляются химические вещества, и это очень вредно. Поэтому, если мы не займемся все-таки здоровым питанием, ожирение, сахарный диабет просто будет неизбежен. И, конечно же, для того, чтобы правильно питаться, нужно выбирать очень хорошие и полезные свежие продукты, которые нужно готовить самим или поход в ресторан тоже не исключаю. И, конечно, это здоровый образ жизни, это обязательно прогулки по свежем воздухе, движение, это физкультура. Нужно обязательно кушать, нужно выбирать себе рацион продуктов, нужно выбирать правильные продукты. Обязательно, если уже есть люди, которые страдают от ожирения, я, конечно, рекомендую, это свежие овощи, это фрукты, это вот, пожалуйста, индейка, только с ее нужно срезать кожу, потому что это не рекомендовано. Это может быть и говядина, с которой тоже обрезается жир, и ее тоже можно готовить, но все эти продукты нужно готовить, конечно, их нельзя жарить. Их нужно или парить, или тушить. Именно в таком виде они будут приносить хорошую пользу. Там сохраняются ценные, да, там сохраняются вещества, ценные вещества, и не добавляется вредных. Не добавляют, они не приносят здоровью большой урон. Алексей, ну что, пока мы беседовали об ожирении, шеф-повар уже приготовил нам, да, достаточно простой и очень вкусный и некалорийный обед. И оно реально, да, реально вкусное. Оно готовится в течение 15 минут. И, как вы видите, здесь есть, присутствует и мясо, здесь и овощи, и, пожалуйста, морковь. И, естественно, десерт, как без десерта. А самое основное, что в горячее блюдо не добавлялось соли, а здесь не добавлялось ни сахара, ничего такого, что может привести к осложнению организма. Ну что ж, всем приятного аппетита, ешьте и худейте. Приятного аппетита!